Всем привет! Вы на канале Old Dutchman, с вами я, Владимир Казарчук. И идею этого видео мне подсказала одна подписчица после того, когда она посмотрела видеовыпуск о тесте для спины и мышц брюшного пресса. Там было показано одно упражнение, при помощи которого вы можете проверить, как, насколько правильно работают ваши мышцы пресса и спины. И она мне подсказала еще одно упражнение для проверки суставов, для проверки работоспособности суставов ног. Если вы можете выполнить это упражнение, значит, у вас с ногами все в порядке. Если же нет, увы, нужно заниматься своим здоровьем. Итак, суть упражнения. Нужно сесть по-турецки и подняться, не прибегая к помощи рук. Давайте попробуем два разных варианта этого упражнения. Вариант первый. Мы заранее скрещиваем ноги и садимся на землю. Сели. Теперь нам нужно встать без помощи рук, самостоятельно. Встали. Если у вас все получилось, отлично. Вариант второй. Мы становимся вот так вот, спокойно. Ноги на ширине плеч. И в развороте садимся по-турецки. Вот так. Сели. Теперь нам нужно встать. Опять же, не прибегая к помощи рук. Если у вас получилось выполнить это упражнение, отлично. Нет, как я уже сказал, спорт, физкультура, ОФП, ваши друзья на пути к выздоровлению. Всем удачи, пока. С вами был я, Владимир Казарчук, автор канала Old Dutchman.